Это видео распространила полиция Алматинской области. На этих кадрах видно, как мужчины пытаются проникнуть в город, несмотря на объявленный карантин. У каждого своя причина. И таких нарушителей на сегодняшний день, по данным полиции области, 42 человека. 30 из них отбывают административные аресты, остальные оштрафованы. Ну как я не могу? Ну я живу, вот здесь у меня бабушка живет. Я могу же право иметь домой ходить. Наибольшее внимание пользователей соцсетей привлек вот этот молодой человек. Его ответы полицейским читателям показались наиболее остроумными. А что бежали? Бежал, а что догоняли? Некоторые юзеры якобы узнали в задержанном сотрудника полиции. Споры на этот счет развернулись в комментариях под опубликованным полицией видео. Зачем вы людей в заблуждение вводите? Это же ваш человек в МВД работает в Алатауском районе. Этот парень живет в Бурундае, и он не работает в госорганах. Насколько я знаю, он там работал в 2019 в марте. Какая разница, постанова или нет? Хотят донести до самых умных. Сидите дома, люди. В самой же полиции этот факт опровергли. Говорят, что парня даже посадили на 5 суток. 27 марта был задержан житель села Буралдай Алматинской области, гражданин Д, 2001 года рождения, который попытался пройти границу через поле. Судом наложено на него взыскание в виде 5 суток административного ареста. Департамент полиции Алматинской области официально опровергает слух о том, что указанное лицо является сотрудником правоохранительных органов. В полиции самого Алматы сообщили, что всего задержали 188 нарушителей карантина в черте города. Попавшиеся уже не в первый раз подвергнуты аресту. Правда, говорят, что чаще всего сотрудники патрульной службы стараются не штрафовать людей на улице, а взывают к их сознательности. Внутри города мы сейчас не штрафуем, проводим активно разъяснительную и профилактическую работу. Между тем, власти уже озвучили новую статистику. Только по городу Алматы выявлено 24 очага коронавирусной инфекции. На минувших выходных у беременной женщины, которая с супругом приехала из США, обнаружили COVID-19. Они живут в жилом комплексе на границе Алматы. Жильцы утверждают, что полностью их дома не закрыли, лишь изолировали подъезд, в котором жила приехавшая из-за границы семья. Местные жители сами стараются не выходить из дома. Каждый шаг обсуждается в специальном чате. А после того случая, когда женщину закрыли в карантин, в смысле увезли в больницу, во всех чатах домов просили, чтобы никто не выходил. Людей стало совсем мало. Особо уже никто так не ходит. Сидят, как я, на балконах.